Добрый день, утро. Здравствуйте, друзья. Сегодня... Здравствуйте, друзья. Сегодня я вам расскажу про свою игрушку. Луноход. Я участвовал в хакатоне, где за 2 дня нужно было сделать и реализовать свой проект. И вот что у меня получилось. Значит, это Arduino управляемая игрушка, но не просто управляемая, а программируемая. Значит, как я уже сказал, она основана на Arduino, 2 мотора, аккумулятор и дисплей. Значит, при включении вот такой у нас дисплей. Move, Rotate, Shoot и Go. Значит, что делать Move? Можно и запрограммировать ее. Значит, Move и количество времени на движение. Move — это движение вперед. Значит, если я нажму Go, он должен поехать. Держим за хвостик, чтобы не убежать далеко. Оп. Дальше мы можем стереть эту программу. Ну, поворот, соответственно, тоже самое. И нажимаем поворот. Ну, почти на 90 градусов повернул. Так, rotate, right, 50. Ну-ка, еще раз. Да. Вот. Он скользит на лакированной поверхности, а так работает. Стираем эту программу и смотрим, что он еще умеет. Он умеет еще стрелять. У него есть 3 типа стрельбы. Задаем, значит, где-то 200. Я не знаю, что это. Секунд, минут. Это неопределенное количество времени. То, что я успел написать за 2 дня непрерывного программирования. И опять ставим и запускаем. Раз. Стрельба 1. Стрельба 2. Стрельба 3. Значит, корпус у него напечатан на 3D принтере. Исходники будут выложены на сайт. Ну, пока все. Спасибо. До свидания.